Всем привет! Вот в отражении я. Пришла новая лампа с фирмы Dentrix с Англии. Маленький такой обзорчик сделаем. Вот. Ну вот что нового. На старых версиях было два шурупа. Сейчас он один. Ну, легче в обслуживании, я думаю, понадежнее будет. Крутится как хочешь. Очень жестко, все сделано качественно. Экран снимается. Вот. Вот можно посмотреть, как устроено. Четко, да? Ни одного провода. Ну, есть провод, который идет. Так, что еще? Здесь это автоматическая присоска. Присосалась. Берешь, просто ставишь. И она сама автоматически присасывается, и никаких лаж не может быть. Яркость выше, меньше. Вот. Не важно, что спереди у нас есть зарядка под USB, никому не нужная. Кнопка включения-выключения и включение лампы самой. На лампе мы смотрим, сколько это получается. Полоста 6, все вместе можно включить. Вот, ну не видно. Выключаем, вставляем желтенькую. У меня есть, посмотрим, как свет тебе покажет. Это я оставляю. Ну, я обычно так работаю на таком свете. Так, что у нас? У меня где-то была маленькая вмятинка, сейчас я его поймаю. Так, вот она, вот такой свет. Вот работается на улице вообще без проблем. Вот как видно согреньку. Видно, да? Четочка. Все можно видеть, каждую мелочь. Попробуем два света включить вместе. Ну, засветило. Вот. Тоже видно все. Ну и белый свет. Пожалуйста. Так, где же? Так, вот в белом свете. Так, вот она. Ну, у меня телефон 8, iPhone. Камера-то не ахти на нем. Вот что все хотел сказать вам. В отражении опять себя вижу. Цена не маленькая, как и говорил. Но всем, кто работает мобильно на улице, это маленькая 14 инчей лампа, не 20. У меня была 20. Мне за тяжелая казалась. Ну и тут плюс еще автоматическая присоска. Так, еще раз всем привет с Ирландии.